добраться до острова Тассос, надо воспользоваться паромом. На паром заходят автомобили, и сверху есть зона для людей, где можно посидеть. Есть на улице зона, есть закрытая зона. Смотрите, есть вот такого плана паромы. Мы примерно на таком же плывем. Вот наш паром, мы находимся на верхней палубе. Здесь сверху уже мостик. Видите, есть такие стульчики, можно посидеть. Если хотите, можно пойти туда дальше. И там уже вообще на носу сидеть. Вид очень красивый. Хотите на отдых в этот отель или другие? Мы вам поможем. Закажите звонок у нас на сайте, и мы перезвоним вам. У нас есть удобная система онлайн-оплаты и бронирование для самостоятельного подбора туров по лучшей цене. Ждем вас в наших офисах. Если стало холодно, вы можете спуститься на этаж ниже, с верхней палубы. Вот видите, есть зона отдыха, где можно посидеть, диванчики. Здесь же чай, кофе можно заказать, купить, игровые автоматы, телевизор. Вот он, красавец, наш паром. Мы уже приплыли на остров Тассос. Друзья, если вы будете плыть на пароме на остров Тассос, обязательно берите с собой хлеб и кормите чаек. Это незабываемое ощущение. Берите с собой фотоаппарат или видеокамеру, снимайте. Это очень-очень интересно. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лосинок Евгений.